Здравствуйте, Екатерина. И по поводу вашего вопроса про выравнивание. У вас есть файл, в котором сделан такой набор пуговок, и по нему вы можете пройтись с точки зрения выравнивания. То, что у вас получилось, признаться честно, не понимаю как. Я выделяю все пуговки и последовательно нажимаю, да, распределение верхних краев. Вот они у меня распределились. Распределение нижних краев. Опять же, все пуговицы распределились. Распределение по центру тоже распределились. То есть в данном случае все ваши кнопки должны собраться абсолютно одинаково. При этом, видите, я их не выравнивала по центру. Если я их буду выравнивать по центру, соответственно, они у меня соберутся тогда. Если я их буду выравнивать по левой, они у меня влево отпрыгнут. Если по правой, вправо. И вот этот ряд мы еще не сделали. То есть у меня происходит выравнивание все пуговки наверх. Все пуговки по центру, все пуговки вниз. Еще раз, все пуговки к левому борту, по центру и к правому. Поэтому не совсем понимаю, как у вас получилось. Может быть, вы что-то сдвинули. Покажите мне тогда еще один скрин, как такое произошло. Потому что вот я сейчас при вас прошла по всем точкам, выделяя данные пуговки, и не получила ни разу того результата, который получился у вас. Жду уточнений для того, чтобы понять, что же у вас не сработало. До скорых встреч!